Всем привет, с вами снова я Бакфалк. И сегодня мы продолжим проходить историю Mortal Kombat 1. Ночью у нас 13 глава. Смертельный альянс за Санжун. Ну, а пока у нас грузится и показывают то, что было в прошлой серии, я прошу вас поддержать это видео по традиции лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Нам пока показывают то, что было в прошлой серии. Синдал прощается с семьей. Говорит она, что Мирина теперь императрица и должна направить хорошо. Мирина говорит, что отец и Китана помогут ей. И походу Синдал все. Левомаг происходит какую-то манипуляцию. Если бы точнее дожелот. И он говорит, что он питал ее душу, и теперь она в этом теле. И она в безопасности. Отцепили они в голову. Китан говорит, что ему нужен портал. Люкан же говорит, что и не один. Люкан говорит, что надо взять Лейдена и Кунвау. Снова говорит, что Покус не поможет Лену Куэль. Скорпион же говорит, что разберется с ними, когда они решат эту проблему. Люкан говорит, что Титан Санжун готовил всю свою жизненную линию, и ему не сравнится его силой. Санжун же из этой жизненной линии выскажет предположение. Почему временная линия не может быть образована еще больше? И говорит, что можно найти силы в других временных линиях. Но как говорит, что доказательств этого нет. Мирина же говорит, что, возможно, это их единственная надежда. Гелос говорит, что не способен на такой поиск. Это по силам только хранителю времени. Люкан же говорит, что он больше не имеет такой силы. Но Гелос говорит, что он может ее вернуть себе. Люкан удивлен. Гелос сказал, что он собрал силу. И она хранится в безопасности. Но процесс, скорее всего, необратим. Люкан говорит, что Гелос спас их. Now, where have you stored my power? We must retrieve it. It is at the fire temple. И сила хранится в храме огня.
в нефритовом Жагуаре подалке великого Кунвала. Темный Гелос докладывает Титану Санджуну. А Санджуна интересует только Люкан, так как только он угрожает его планам. Люкан говорит, что всегда ценил подарок великого Кунвала. Once we retrieve the Jade Jaguar, we will proceed to the Hourglass. There, we will transfer the temporal power stored within it to you. It now occurs to me that all. Белукан только сейчас дошел, что Гелос мог свободно воспользоваться этой силой. You could have taken it. Его интересует, почему Гелос все-таки не стал хранителем времени. Гелос говорит, что ему достаточно быть чисто защитником Эрли Лукана. Лукан благодарит Гелоса. Гелос говорит, что этого еще никто никогда не делал. Но и временных линий других может не существовать. Pray this is not a fool's errand. I hate leaving the others behind. Your champions will bolster their strength against. Гелос говорит, что это будет великая битва. It is sure to be the mother of all battles. May the elder gods protect them. Глава 13. Семиотерянный Альянс Сан-Жун. Два коня Ауми уже готово. Кто-то ведет съемку. И этот кто-то, это Джонни Кейдж. Миллионы говорят, что это великолепная магия. Кейдж замечает, что это технология. Скорпион, Скорпион говорит, что они должны возделиться. Кванчи, will use your magic to attack the portals. As you do, Kenshi and Jared will grind down the dragon army. The rest of us will attack our dark doubles. If they're defeated, it will hopefully throw the dragon. И он надеется, что если победит их двойников, то, возможно, это внесет суматоху. Enough with the empty flattery. If you want our trust, give us actions, not words. И темный Шао начинает вторжение. Говорит он по Армагеддон. Это Шао, кстати, он говорил и в девятой части, в самом начале и в конце. А два коня Аумия шагает. Кенши и Джелот начинают телекинезную атаку.
Скорпион и Шмоук пыляют огнем и дымом. Но Китана и Мирина берутся в рукопашку. Шанжун, Кончи и Лейн пытаются закрыть портал. Но тут им кто-то мешает. Это Лиломаг и Кенш. И походу с ними будет и бой. Continues, Shang Tsung. Quan Chi, with me. I, for one, am not pleased we were double-crossed. It is an ire I share. May I suggest we harness our anger and use it to obliterate my... Тож, Shang Tsung и Quan Chi против Quan Chi и Лео Мака. Погнали! Первый раунд! За Shang Tsung, кстати, довольно так легко играется. Неплохо. Так. Сейчас мы уже превратились в Кенши. И первый раунд за мной. И у нас раунд номер два. Мимо. Так, главное не расслабляться. Захват. Так. И этот бой за мной. This pair will trouble us no more. Что ж, продолжают они пытаться открыть портал. И у них получается. Так, Лейн и Смоук. Попали они в ловушку, по ходу дела. Но на помощь приходит Лейден. You're welcome, sorcerers. Is it me, or is that Raiden becoming insufferable? Абсолютно не Лейдена. You are not wrong, but it is tomorrow's problem. Let us first solve today's. Что ж, погнали! Берем спринт Лейна и Смоука. Так. Успел я поставить блок. И первый раунд за мной. Что ж, у нас раунд номер два. Так. Неплохо. Так, так, так. И так, один дал, и бой за мной. Сразу же говорится, проблема решена.
2 из 5 закрыто. И там прыгает темный шал. Но портал-то еще действует. His life force is feeding the portal's energy. We kill him. We close them permanently. И именно Шао и пытает портала. Скорпион и Саб-Зиро. Let us finish them. Что ж, погнали. Такс. Очень пока что равный бой. Такс, опасненько. Возможно, первый раунд будет не за мной. Такс. Попробуем. Не попробуем. Все-таки вовремя раунд. И у нас раунд номер 2. Очень часто по бок забываю сегодня. Неплохо. Такс. Апперкот. И этот бой за мной. А тут уже и Шао восстановился. Сэнзен и Кунчи возвращают дружок. Говорит, что их заклинание сработало только потому, что его заставили восплох. И больше это не повторится. Со с первого раунда погнали. Так. Неплохо. И первый раунд за мной. И у нас раунд номер 2. Неплохо. Такс. Апперкот. И этот бой за мной. His soul is ours. И Сэнзен делает фаталити. Забивает он себе душу.
other realms in this timeline are safe. Never forget, Raiden, that we risked our lives to perform this service. One that wouldn't have been needed if you hadn't conspired with the other Shang Tsung. They will fight to the last man. Come, we must help the others. Нужны на помощь. А Рукан возвращает себе силу. Глава 14. Время смелки Рукан. И появляется Китана. Гирос? Лю Кэнг? Easy, Китана. You are among friends. What's happened? Ничего она не понимает. Long way from home. In a different timeline, to be precise. What? Are you also... И это Китана Китан. Рукан рассказывает, что ткань была разорвана, и появилось множество временных линий. Короче, они пошли по пути мультивселенной. И каждая новая линия представляет собой иной возможный исход той битвы. И, говорится, вариантов бесконечное множество. И это, кстати, получается оригинальная Китана. The same one who battled you in Shang Tsung's courtyard, who fought at your side at the Colosseum. Who beamed. Получается, как раз они оба оригинальные, как и Шан Цзун. Рукан говорит, что, возможно, в одной из основных линий они добились чего-то вместе. Китана понимает, что он вышел ее ради помощи. Рукан говорит, что сначала нужно собрать всех старых друзей. Кунг Лао. Рейден, причем он очень постарел. Но Гэл говорит, что точно он не знает о других линиях. Но это вопрос времени. Шан Цзун тоже нашел двойников, по ходу дела, или нет. А, скорее всего, и с левой линии. Сейчас до него дошло, что их временные линии не единственные. И сам он после этого унесал временную линию Лукан. Knowing that others exist to conquer makes that choice much more palatable. Once I destroy your hourglass,
С удовольствием, друг Лукана, в последний раз. Даже рука на месте, которая бьется против нас, металла кого-то кусает. Рука-нибудь он помнит, как дерется Китана. Но это будет за следующей серии. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!